ЦИК принял на проверку документы на выдвижение кандидатов от крупнейшей в Южной Осетии политической партии «Единая Осетия». Лидер единоосса Валан Татаев сообщил, что пакет документов полностью подготовлен. Представлены кандидаты по партийным спискам и по одномандатным округам. Все, что предусмотрено по закону, по конституции, все здесь. Пожалуйста, наши уполномоченные тоже здесь на месте, вместе с вами. Конечно же, поработали, купить документации всей, которую партия предоставила в Центральную избирательную комиссию. Партии прекрасно понимают, какая высокая ответственность на вас лежит, какую тяжелую работу вы проделываете, поэтому мы от всей души, все около 5000 членов партии вам желаем удачи, желаем вам удачных, хороших, справедливых, легких, если такое возможно, выборов, чтобы никаких претензий ни к вам, ни к кандидатам не было, чтобы никто не сказал, что кто-то не доработал или кто-то что-то сделал неправильно. От всей души желаем вам удачи, хорошей, плодотворной работы. С первого дня создания партии ее члены работают во благо народа Южной Осетии. Ни одно обращение, ни один проблемный вопрос не остается без внимания партийцев. И в дальнейшем Единая Осетия продолжит намеченный курс в череде первостепенных задач улучшения благосостояния народа нашей страны. А настрой, как подчеркнул лидер партии, только на победу. Алан Сергеевич, здравствуйте. Ваш настрой на предстоящий выбор? Настрой какой должен быть? Настрой у такой самой многочисленной партии, и я думаю, что и авторитет у нас заслуженный у партии. Члены партии много очень сделали, наша партия очень много сделала, как в плане укрепления государственности Республики Южная Осетия, так и в социальной помощи гражданам Республики Южная Осетия. Мы настроены решительно, настроены только на победу. Наверное, этот настрой нам всем поможет, всем нашим однопартийцам и нашим избирателям делать правильный выбор. И мы настроены, конечно же, только на победу. Зарина Кочиева, Азиз Багаев. Информационный выпуск сегодня.